Сегодня на большой эстраде Брестского городского парка свои пионерские организации представляли 19 команд Брещины. Мальчишки и девчонки в красно-зеленых галстуках с плакатами и рисунками рассказывали о достижениях своей пионерской дружины, о готовности всегда и во всем быть первыми в учебе, труде, поиске, о стремлении приносить пользу родной стране. Презентации команд чередовались с выступлением чирлидеров, талантливых пионеров, которые не раз занимали призовые места на областном этапе конкурса в предыдущие годы. Это наши победители, можно так сказать, которые 2 года подряд представляют нашу область на республике. Мы хотим просто показать, что вот насколько разнообразные есть формы организации деятельности пионерских дружин, чтобы, в принципе, ребятам было интересно, они могли найти себе достойное место в нашей организации, найти себе применение. В чем секрет вашей победы? Это ежедневные тренировки, растяжка и также хороший хореограф. Во время выступлений участники агитбригад особое внимание уделили номинации «Тимур и его команда». Пионеры продемонстрировали, что Тимур живет в каждом мальчишке и девчонке. Смелый, справедливый, добрый и скромный, забывающий о себе, если кто-то в беде. Он и его друзья всюду, где нужна помощь и поддержка, особенно пожилым людям и ветеранам Великой Отечественной войны, которые уже совсем скоро примут участие в параде 9 мая. Сегодняшний конкурс пионерских агитбригад у нас посвящен и Тимуровскому движению. Это движение, которое наиболее популярно у наших ребят, и в этом году исполняется ровно 75 лет со дня выхода книги «Тимур и его команда» и фильма «Тимур и его команда». Я думаю, что ребята, готовясь к этому конкурсу, все посмотрели фильм, прочитали книгу, и сегодня они со сцены покажут нам, каковы были тимуровцы в далекие 50-е, 40-е и какие же тимуровцы современного времени. Хорошая погода, праздничное настроение. Ребята все довольны, что приехали, что будут участвовать. Всегда приезжают сильные команды, все настроены только на победу. И в этот праздник, так сказать, уже в преддверии майских праздников, мы проводим этот конкурс ежегодно. Всем нравится, особенно деткам, руководителям, педагогам. Победители областного этапа лучшие из лучших будут представлять Брещину на республиканском смотре конкурсе пионерских агитбригад «Зажги костер добра», который пройдет 20 мая в городе Минске.